And we sing a song that's called the She Bear Song. It's a power song, and it means birth like the she bear. Мы поем песню, которая называется «Песня медведицы». И это очень сильная, очень мощная песня, которую поет медведица, когда она рожает. And I have arranged for some of my village to come so that we could sing this song for you today as a way for me to share with you how valuable creating a prenatal village is for all the women you know that are expecting a baby. You can do it. It's so simple. Gather the women together. И я организовала, я сделала так, что сегодня для вас прозвучит эта песня, песня медведицы. И чтобы вы поняли, что это так просто собраться вокруг беременной и поддержать ее, и в то же время это даст ей так много и силу, и любовь, и поддержку. I am sister at sistermorningstar.com. Please feel free to write me or ask me questions if you would like to begin to gather your women together and support the pregnant women in your village and take back birth. Да, и вот мой сайт – это sistermorningstar.com. Вы можете написать мне, прочитать, что на сайте, и задать мне вопросы, если вы решите устроить вот такую вот пренатальную деревню там, где вы живете. Would you like to hear the She Bear song with some of my people today? Да, вы хотите услышать песню «Медведицы» еще с моими другими соплеменницами я спою? Well, sister, I'm sure everybody would be really thrilled to listen to this. Я уверена, что мы все с радостью это послушаем. Okay, I'm going to invite them in. I love you all so much. Я тебя люблю. Да. Я сейчас приглашу своих соплеменниц, и мы споем вам. И вы слышали, она по-русски сказала «Я тебя люблю». Она всех нас любит, и каждый из нас. If you know the song because of being with me before, please join in. It's the She Bear song. I have my drum right here. Let's go. Все, кто знает эту песню, если вы ее слышали до того, пожалуйста, соединитесь. Вот со мной мои инструменты. Барабаны. Я на хоуэй, я хоуэй, я на хоуэй, я хоуэй. Очень вас любим. Thank you so much for joining me today. Большое спасибо, что вы присоединились ко мне сегодня вечером. And blessings on all of the families and the pregnant women. Have fun in your birth. Have fun. И я желаю всем семьям, где есть беременные и беременным, чтобы их роды доставили им удовольствие. Пусть вам роды ваши будут в удовольствие, в радость. My book, The Power of Women, talks about it. And it's a Navajo song, but all the native people have a song like this. Да, она говорит, что ее блог Power of Women, там есть подробный текст об этом. Вот, но также сказала она, что, наверное, у каждого народа, у каждой женщины есть эта песня силы. The song says birth like the she bear. We all know that the she bear is strong and fierce and protecting her baby. So if a bear was birthing, right? We can't check her cervix. We can't take her baby away from her. She is a powerful mother, so we are putting all of that power into our mother.
Да. Эта песня просто говорит женщине, рожай, как рожает медведица. И если мы более подробно подумаем, вы прекрасно понимаете, что когда медведица рожает, ее нельзя привязать к КТГ, нельзя у нее проверять раскрытие матки. Когда у нее родится медвежонок, его нельзя унести в детское отделение. Она будет едина со своим ребенком, она будет естественна в своих родах. И это то, что мы хотим сказать этой песней. You cannot take a bear's baby from her. You cannot. Вы не можете у медведицы забрать медвежонка. Далее узнайте, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы – две осознанные мамы, Ольга и Светлана, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, не медицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых эксперты-помощники из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя чуда рождения в мире. Для этого нажимайте на кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал: «Ребенок рождает родителей. Мы рождаем новые роды в мире». Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновением, Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи!